Куда лезем-то хоть, а? Я тут хотела заснять, как она презритель. На верхотуру пыталась подняться, но что-то, пока я ее говорю, Алиса, подожди, я камеру включу, точнее телефон, она как-то другим уже увлеклась. Кошка, кошка. Кошки сварили кашку. Хозяин Вранищу встал, Вранищу душ принял, Вранищу кашку сварил. Эй, не надо там ничего шарахаться, там чесночок. Там чесночок, чесночок там. Жук-то. Эй, ты же хотела наверх забраться. Чеснок не надо жрать. Не надо жрать чеснок. Это хозяйская, кстати, это хозяйский урожай. Кстати, вот хозяйский урожай с балкончика. Ты же хотела туда вон залезть, Алиса. Ты туда хотела, помнишь? Нет? Эй, кошка, обормушка. Осторожно, кастрюлю с кашей не сверни. У тебя своя каша. А тут уже хозяйская настаивается. Бумажка. Ты же не ешь мандариновые шкурки, курица. Эй, не надо это творить. Ты хотела вон туда залезть, Алиса? Я чуть телефон включила. Ты хотела вон туда залезть? Помнишь? Ты хотела залезть вон туда. Ну, не жук ли, а? Сушеный цветочек жрешь. Или что ты там вообще жрешь? Зачем ты это вообще жрешь? Будто у тебя еды нет. Ты сюда хотела забраться, помнишь? Алиса? Уже не хочешь, да? На камеру ты не хочешь залезать. Жук, не надо там ничего тырить, а? Раз не хочешь на камеру залезать, то пошли спать тогда. То хозяин вчера 2 часа только спал. И вообще ласты склеил. И вчера до кровати дошел 12. Потому что шевелиться сил не было. И проснулся в 5 утра. По привычке деревенские окна занавесить. Не надо на стол. Вообще-то твоя кашка должна быть уже остывшая. Так что иди попробуй пожри. Ладно, зритель, наверное, пока.